Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как заставить мужчину дарить тебе подарки. Только мой, других не знаю, ты будешь только мой. Что могу сказать, девочки? Никак, никак вы не заставите мужчину дарить вам подарки. Развейте все свои иллюзии. Главное здесь найти правильного мужчину. Поверьте мне, ни одного мужчину вы не заставите дарить себе подарки. Вы можете только выбрать мужчину, который любит делать подарки. И если мужчина любит делать подарки, то неважно, ваш он в принципе или не ваш, или еще что-то, он будет делать вам подарки. И если мужчина не делает вам подарки, то в принципе, как бы вы ни старались, и я не знаю, из кожи вон не лезли, он не будет делать вам подарки. Обратите внимание на выбор мужчин. С самого начала мы можем понять, насколько в будущем будет одаривать наш мужчина подарками, как только вы знакомитесь, да? В первую очередь обратите внимание на то, что делает мужчина в начале ваших отношений, пока он только вас завоевывает, потому что мужчина все свои силы бросает на это. Он готов быть самым лучшим и проявляет свои самые лучшие качества. Он дарит подарки, ухаживает, открывает вам двери, водит вас в рестораны, говорит вам комплименты и так далее. То есть вы можете в принципе увидеть все его способности. И если на первых порах, когда он только с вами начинает отношения и завоевывает вас, в этот момент будьте внимательны, вы дайте время человеку проявиться, не бегите к нему быстро в постель, потому что вы не увидите его качеств всех самых лучших, это первое, а во-вторых, вы просто отбиваете все желание дальше. Зачем мужчине завоевывать женщину, которая и так у него уже в принципе в руках, да? Дайте ему возможность проявить все свои качества. И если этот мужчина в этих начальных моментах не дарит вам подарки, не водит вас нигде, да, то есть никак вас не балует, никак вас не завоевывает, грубо говоря, да, вот такими моментами, то я уверена, что дальше этот человек никак не проявится, потому что дальше в принципе ему нет смысла это делать. Вы ему достаетесь и так достаточно легко и просто. Второй момент, да, то есть он вообще не любит делать подарки, и в принципе, возможно, он скупердяй какой-нибудь, да, и может быть, вы в принципе, в общем-то, не его женщина, может быть, другой какой-то он будет дарить, но вы обратите внимание именно на себя, потому что, возможно, другой он будет дарить, а вам он не дарит, это тоже какой-то момент играет роль. Поэтому будьте здесь внимательны. Мужчина, настоящий мужчина, он на ранней стадии, да, во-первых, он не пытается затащить женщину, опять же, сразу в постель в первые же дни. Он всегда выжидает, он понимает. Мужчина понимает, что такое женщина, да, что, какая она должна быть. И мужчина даже настороженно смотрит на тех женщин, которые в первые же дни бегут к нему в постель. Поэтому дайте время человеку проявиться, он также посмотрит на вас, он проявит все свои хорошие качества. Также, если мужчина не делает подарки, то, скорее всего, он их не любит делать подарки и не будет делать подарки. Если же он сразу делает подарки, то, скорее всего, он в дальнейшем и будет делать вам подарки, да, то есть вы оцените его, все его способности, какой он может быть, и тогда уже смотрите, да, вот, строить с человеком отношения и так далее, что вот вам нужно. Поэтому из человека, который не хочет дарить, не хочет ничего делать, ну, у него, значит, потребительское отношение к вам может быть, да, то есть он хочет взять, но не хочет ничего давать. Поэтому обратите на это внимание. Кучу всяких и видео, и книг о том, как манипулировать, как это все делать. Но это все не настоящее, и все это на самом деле настолько трудоемкое, что нет смысла в это вкладывать свою энергию. Проще просто найти своего человека, который вам нравится. Если вам не важны подарки, вам важно, может быть, что-то другое, проявление других каких-то качеств. Вы выбираете мужчину поэтому. Если кому-то нужны подарки, то выбирайте мужчину, который делает подарки. И вообще мужчина, который делает подарки, мне кажется, это круто. Это широта души. Это у меня, например, такой мужчина, мне кажется, что ему в кайф делать подарки. Он меня считает своей женщиной, да. И я думаю, что делая для меня какие-то приятные вещи, он делает в первую очередь приятно себе. Вот. Я сама такой человек, я люблю делать подарки своим близким, своим подругам. Я сама от этого получаю удовольствие. И это такие есть люди. Есть люди. А есть люди, которые лишний раз ничего не подарят, потому что они считают деньги и думают, и вообще такие думают, почему-то я должна дарить, мне ничего не дарили.
я как бы не парюсь по этому поводу. Если я вижу бескорыстное отношение человека к себе, я всегда подарю подарок. Просто я такой человек, я всегда хочу сделать приятно. У меня мой мужчина такой же. И это зависит от человека. Поэтому ищите таких. Ищите таких и делайте людям сами подарки, чтобы им было приятно, радуйте их. Итак, желаю вам, мои хорошие, чтобы вы нашли себе правильных мужчин, именно то, что вам нужно было в них. Желаю вам море любви и счастья в новом году, чтобы каждый встретил свою любовь, свою половинку, которая вас осыпет и одарит любовью и подарками. С вами была Селена Свей, надеюсь, была вам полезна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Пока-пока.